Ученые исследовали все гражданские протесты в мире за последний век и выявили две четкие закономерности. Во-первых, самыми эффективными формами протеста оказались мирные ненасильственные выступления. Они приводили к политическим переменам в 53% случаев, тогда как применение насилия давало результат лишь в 26%. И второе. Чтобы мирный протест достиг цели, он должен собрать на улицах от 3 до 5% общего населения. Мирные люди, требующие от власти перемен, вдохновляют своим примером окружающих. Сила народа в его единстве. И оружие режима перед этим бессильно. Эта система подтверждена успехами мирных революций в Грузии, Армении, Алжире и Судане. По оценкам штаба, в городах-миллионниках Алматы, Астана и Шымкенте можно собрать минимум по 1000 ячеек. В крупных региональных городах, таких как Актобе, Караганда и Тараз, движение ДВК способно организовать до 300 ячеек численностью до 1500 человек. Таким образом, в день митинга каждый член ячейки приведет за собой по 5 человек. Тогда в крупных городах с едиными требованиями выйдут более 30 тысяч человек, а в региональных городах не менее 10 тысяч человек. Чтобы участвовать в мирной смене режима, выполните 4 простых шага. Соберите группу из 5 надежных людей, с которыми вы лично знакомы и которым доверяете. Напишите в штаб и сообщите, что создали ячейку и готовы действовать. Создайте группу в Телеграме с именем вашей ячейки. И последний шаг. Добавьте в нее членов ячейки и профиль штаба ДВК.